Вітаю тебе, Ігоре, і мої вітання глядачам. Дійсно, лайв-студія наразі розпочинає свою роботу, і цієї години будемо говорити про те, як убезпечити свій урожай посівні від крадіїв. О 17:20 у фокусі ефіру опиняться одеські схили, які впевнено з'їжджають у море. Черговий обвал стався нещодавно на 10-й станції Великого фонтану. О 18:20 тема ефіру – перші підсумки монетизації субсидій. А з 19:00 на вас очікує традиційна для середи розмова з експертами у сфері ЖКГ. На цей раз гості у студії пояснять, як одесити будуть оплачувати комуналку за новими правилами. Свої запитання можете поставити і ви. Упродовж усього ефіру, нагадуємо, початок о 19 годині. Ну а зараз до іншої теми. Безкоштовні концерти для людей з особливими фізичними потребами. На платформі «Мой город» збираються кошти для реалізації проєкту «16 концертів для людей з інвалідністю». Деталі ми розпитаємо у автора проєкту. Будь ласка, приєднуйтеся до нашої розмови. Олена Бориш-Полець завітала до нашої студії. Вітаємо вас. Отже, розкажіть, будь ласка, про проєкт «16 концертів для людей з інвалідністю». Чия це ініціатива і взагалі як виникла ідея? Проект родился на основе нового, уже не нового, уже более года назад, в Одессе открылся доступный концертный зал Urban Music Hall. И в рамках этого проекта было решено командой, что люди с инвалидностью, сегодня по закону именно так хотят называться эти граждане нашей страны, будут посещать концерты бесплатно. Как сами ребята на колясках, так и люди, которые их сопровождают на наш концерт. И вот за год работы команда пришла, к сожалению, к не очень утешительному выводу, что недостаточно построить зал, предоставить бесплатный контент для ребят. Они не могут добраться до нас, потому что инфраструктура, к сожалению, не позволяет. То есть зал вы обладнали доступный для таких людей, так? Але добратися до залу з міста і передмістя дуже важко. І на це і збираються кошти, так? Да. И после того, как в течение 8 месяцев команда Урбана организовывала эти концерты за свой счет, мы поняли, что это невозможно делать все время. И, в принципе, если брать социально, то это не должно входить в зону, да, каких-то там коммерческих площадок. Было принято решение, что а давайте попробуем вовлечь все-таки в вопрос, во-первых, большую категорию граждан, во-вторых, просто рассказать о том, что это важно, что есть такой проект, что он существует, и дать возможность всем одесситам поучаствовать в такой акции. Яка сума необхідна и на что самые пойдут кошти? Проект «16 концертов для людей с инвалидностью» предусматривает 72 тысячи гривен на 16 концертов, собственно. И тогда с начала следующего сезона Urban Music Hall два раза в месяц команда Урбана будет организовывать трансфер для людей с инвалидностью. Это может посетить концерт до 16 человек, это два автобуса, это абсолютно правильно оборудованный транспорт, имеющий правильную сертификацию. Мы мониторили рынок для того, чтобы найти этих перевозчиков, которые смогут это сделать. Это тоже проблема оказалась большая. Поэтому нам необходимо в общей сложности 72 тысячи гривен, чтобы на протяжении всего большого сезона, это 8 месяцев в году, ребята смогли посещать нашу площадку. Які концерти заплановані? Чи розписана вже програма заходів? І як саме може долучитися людина, скажімо, на візочку, якщо відома вже програма, так? Чи можна просто зателефонувати, дізнатися, як долучитися до таких концертів людям з інвалідністю? Програма следующего сезона розробляється сейчас. То есть она будет заявлена где-то в течение двух последующих месяцев, и где-то в конце, в середине, возможно, июля, люди будут знать, что начнется в сентябре в Urban Music Hall. Это раз. Как могут присоединиться люди, которые еще не участвуют, да, в нашей программе, потому что программа лояльности длится давно, она длится с апреля прошлого года. И к нам постоянно присоединяются какие-то люди, которые узнают о нас. С помощью ли сарафанного радио, с помощью ли внутри сообщества ребят с инвалидностью. Это очень легко передаваемая информация. Этот круг достаточно небольшой. Тех ребят, которые хотят общаться, которые могут позволить себе, да, физически, психологически выезжать на концерты.
Есть ребята, которые присоединяются к нам легко и просто на страничке просто Facebook. Они пишут, обращаются в Urban Music Hall, рассказывают о своей ситуации. И мы, наш куратор, который ведет эту группу, он же координатор ребят, который собирает людей на трансфер, он включает их в группу. И когда появляются какие-то классные события, событие это выкладывается в группу, и ребята коллегиально принимают решение, кто на какое событие может поехать. І скажіть, будь ласка, скільки грошей вже зібрано і як можна допомогти проєктові, тобто куди перерахувати гроші? Ми зібрали достатньо небольшу поки що суму, то чуть більше 4 тисяч гривень, але це вже приблизилось к економічній цифрі одного концерту. Ми вважаємо це крутою побідою. Хоча ми збираємо средства на платформі «Мой город» вже більше місяця. Если я бы оценивала это просто как человек со стороны, как для проекта, мне кажется, что это катастрофически мало. 27 человек приняло участие сегодня в этом сборе. Это за який період часу? Это с начала, с 1 апреля практически, то есть второй месяц мы на краудфандинге, и эта сумма, конечно, небольшая, если смотреть и оценивать другие проекты, которые достаточно быстро собирают намного большую сумму денег. Но мы работаем, и все-таки мы надеемся на то, что людей станет больше. И у вас есть возможность рассказать, вернуться, как самое поддерживать проект, расскажите, пожалуйста. Сегодня я здесь для этого. Платформа «Мой город», найти ее очень просто в интернете. Вы просто забиваете название «Мой город Одесса», и перед вами откроется страничка. Вы переходите в раздел «Проекты» и увидите практически первым проект, 16 концертов для людей с инвалидностью. Когда вы откроете проект, вы увидите его описание. Почему мы это делаем? Какая миссия у проекта? Потому что команда, которая делает это, не в первую очередь ставит себе за цель собрать средства, хотя это имеет огромное значение. Мы хотели бы, чтобы доступный зал Urban Music Hall стал обыденностью, чтобы все последующие проекты, которые будут создаваться в нашем городе и в Украине, создавались с учетом доступности, чтобы вопрос о том, что делать ли площадку доступной, вкладывать ли в это деньги, не стоял в принципе. Вот это не локальная, а глобальная миссия. А сбор средств, конечно, мы бы хотели, чтобы в принципе поделиться возможностью. Вот для меня, как для человека и для организатора проекта, для автора его, я с удовольствием перечисляю деньги на этот проект. Я хочу поделиться, я хочу стать сопричастной. Нам бы хотелось, чтобы одесити хотіли стати сопричасними. Це теж одна із місій проєкту. Я дякую вам і бажаю успіхів у ваших починаннях. Це була Олена Бориш-Полець, автор проєкту «16 концертів для людей з інвалідністю». Ну а зараз на вас очікує невеличка рекламна пауза, потім повертайтеся, адже будемо говорити на дуже важливу тему, яку саме дізнаєтеся за вже пару хвилин.